Ребята, всем привет! Сегодня разберем новую композицию для вашего репертуара. Это произведение для фортепиано британского соул-музыканта, композитора, продюсера и пианиста Алексиса Френча «Bluebird». Френч в постсоветских странах мало известен, не так, как в Европе, где в прошлом году был самым продаваемым пианистом Великобритании. Также он является хедлайнером лондонского королевского Альберт-Холла, сотрудничает с модными домами, например, с Хьюго Босс. Разбор этой композиции я помещу в плейлист курса про пиано, хоть и уже сняла все 54 урока курса. Курс про пиано – это курс фортепиано и музыкального развития для взрослых любителей, в котором я знакомлюсь с композициями для фортепиано легкого и среднего уровня, в деталях которых вы сможете самостоятельно разбираться после нескольких обязательных уроков курса на моем канале. Как и в обязательных видеоуроках курса, я обращаю ваше внимание на аппликатуру, динамические оттенки, фразировку, педализацию и так далее. Итак, тональность си бемоль мажор. Аппликатуру выставила синим цветом в кружочках. Красным зачеркнула те залегованные ноты, которые есть во времени, но мы их не играем, а держим. Карандашом точечно подписала счет. Размер 3/4. И вальсовая трехдольная здесь будет неизменна от начала до конца. Динамика здесь стабильная. Она вообще не выставлена, так как общий характер похож на характер пьес Эрика Сати. Меблировочный, я бы выразилась. То есть единая линия неизменного музыкального настроения. Но, тем не менее, маленькие фразочки очень выразительные. И каждую необходимо прочувствовать, не пропускать мимо ушей. В этом и есть одна из основных задач. Каждый так происходит смена гармонии, поэтому принцип педализации также не изменен от начала до конца, то есть смена каждый такт. При этом я советую мягко, как кошачьей лапкой, выделять каждую первую долю в такте. Так вы будете поддерживать общий вальсовый метр, да и сами более внимательно будете относиться к постоянной смене гармонии. Есть тематические проведения, есть проходящие, но общие принципы будут неизменны. На третьей странице есть неудобные пианистические места. Это игра интервалами, а именно терциями. Здесь важно прослушать верхний голос, ну и далее только дело техники, чему будет способствовать удобная и, главное, неизменная, выбранная раз и навсегда аппликатура. Обо всем предупредила. Теперь играю правую руку со счетом. Раз, два, три, 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 раз, два, три. Три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два.
На сегодня у меня все, но это всех композиций, которые мы будем и дальше разбирать на курсе, находится в моей группе ВКонтакте, бесплатно в фотоальбомах. Если вы хотите иметь свой индивидуальный репертуар, занимайтесь по одной из двух платных схем проведения уроков. Ссылочку на схему проведения уроков я оставлю в описании к этому видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, смотрите другие мои видео. Всем пока!